Всем привет! Хотела бы поделиться моими последними покупочками с Алиэкспресс. Мне немножко накопилось. Сегодня я получила вот такую вот подвесочку и подарок от продавца. Вот такую вот подвесочку. Звезду. Вот она так выглядит. Вот внутри она такая. Довольно-таки длинная. Трек не отслеживал, стоила она 2 с чем-то. Далее я с ней вместе заказывала вот такие вот сережки. Вот в каждой сережечке, если вы видите, вот здесь дырочки есть. Не знаю, зачем они нужны. Сережки, ну так себе, легенькие. На лето так. Куда одеть? Такие вот серьги. Вот. Стоили они 70 центов вроде, заказала 2 пары такие. Вот к этому кулончику еще заказала отдельную вот такую цепочку, потому что та цепочка, которая прилагалась, она была очень короткая, маленькая, вот такая вот цепочечка. К этому кулончику теперь он так выглядит, довольно эффектно. Вот, красиво. Дальше я получила свои сережечки. Сейчас я вам покажу. Самые мои любимые сережечки — это вот эти вот беленькие. Почему-то мне понравились больше всех. Вот они вот так смотрятся. Очень красивые. Извините, мне фотоаппарат не хочет фокусироваться. Не знаю почему. Ну, вот такие вот они. Маленькие, беленькие. Очень легкие, очень весёмые, подходят ко всему. Очень блестят, красиво смотрятся. Вот. Дальше мне еще пришли вот такие же, такие, только немножко иначе, поменьше, черные сережечки. Вот такие вот сережечки пришли, черненькие. Такие вот синенькие сережечки пришли. Вот, тоже синие. И розовенькие. Вот такие вот розовенькие сережечки. К лету, как называется, что говорит, называется, как говорится, готово. Вот такие вот. Это было по бижутерии, что? Теперь я покажу, что мне пришло из одежды. Из одежды мне пришел вот такой что-то типа лифчика повязки. Бретельки тоже прилагаются, здесь поролон, вкладочки такие, можно их вытащить, можно поставить. Когда постирать, вытащил, положил на место. Вот. Хотя вытащить их вряд ли получится, они вшитые. Ну да, держат они отлично, теплые, довольно-таки приятные к телу, обтягивают. Вот. На большую грудь вряд ли сильно пойдет, на среднюю такую. Вот такой вот. Все, он евро с чем-то. Или доллар с чем-то, как называется. Дальше мне пришла вот такая вот маечка. Я заказывала эсочку. Вот такого размера. Расцветки. Похоже на синтетику. Немножко мне не нравятся вот эти рукава, потому что когда одеваешь, она очень, ну, кверху задирается. Ну, может быть, это как-то пришить можно или что-то. Вот, потом сделаю видеообзор на примерку. Далее будет видео. Такая вот. На эсочку она даже мне большая. Тянется. Довольно приятная на ощупь маечка. Дальше мне пришла вот такая вот за 4 доллара маечка. С надписью Голливуд. Вот она такая вот. Очень приятная. Довольно длинная. По качеству хорошая, без запаха. Я еще такую желтенькую жду. Не знаю, придет, не придет. Трек номер не отслеживался. Вот. И мне еще пришла моя самая долгожданная, самая моя любимая, вот такая вот туника. Вот она. Такая вот она. Туника с пояском. Вот здесь поясок. Вот так он смотрится. И сделаю видеообзор, как на мне будет смотреться более-менее. Очень классно, очень тепло. Вообще вылезать мне не хотелось, она как
как из шелка сделана такая, очень приятная на ощупь, просто обалденно красивая, платье-туника я ее называю. Вот, ну вот, пожалуй, это, пожалуй, все мои посылочки. Хотя мне еще пришли мои три пары колготочек я заказывала, но мы думали, что они капроновые, но на самом деле они бесшовные, мы заказывали. Но они на самом деле такие, как сеточка. Вот видите, он такой, как сеточка. Они тянутся на любой размер. Вот такой-то они длины. Совсем небольшие, но они очень тянутся. Надеюсь, будут мне годны. Заказала три пары за 13 евро. Вот. Ну вот, пожалуй, на этом все. Ждите видео и ждите примерку. Всем пока. Всем до свидания. Пока-пока.